Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня посмотрим, как всегда, чего есть интересного на рынке. Квадраты у нас уже все давно посчитаны. То есть остается только проанализировать ситуацию, посмотреть, какие сегодня выходят важные новости, чтобы случайно не наделать глупостей. И в дальнейшем уже сделать выводы, какие сделки можно продолжить сопровождать, какие стоит закрыть, ну и может быть какие-то еще до конца недели успеем добавить новые позиции открытые. Начинаем, как всегда, с индекса доллара. Хочу на всякий случай повториться, потому что у нас периодически появляются новые зрители. То есть будет много построений, вам их перерисовывать или как-то запоминать абсолютно не нужно. Потому что я даю в конце раздаточный материал, вы его скачиваете, устанавливаете к себе на компьютер, на ваш MetaTrader, у вас будет отображаться вот здесь аналитика от Ершова и аналитика от Ершова индекса, кто еще фондовыми инструментами интересуется. Но в данном случае в рамках сегодняшнего занятия именно вот это. То есть все абсолютно построения, все будут полностью работать. Поэтому вы можете пользоваться этим дополнительным профилем, просто чтобы смотреть те расчеты, которые были сделаны для того, чтобы самостоятельно их не повторить. То есть смотреть, как уже готовый результат. Вот. Также, если у вас есть желание в процессе семинара рассказать свое видение рынка, это всегда только приветствуется, потому что если идет им режим диалога, то и вам это более интересно, и мне, соответственно, тоже. Также, если желаете рассказать о своих сделках, то пишите в относительных величинах, то есть в пунктах, потому что в долларах сравнивать практически не имеет смысла, ввиду того, что депозиты у всех разные, и даже одинаковая прибыль может говорить абсолютно о разных результатах, потому что депозиты могут существенно отличаться. Поэтому смотрим всегда в пунктах. Вот, сейчас я загляну, как там у нас дела в чате обстоят, нет ли никаких сбоев. И тогда мы можем с вами приступать. Я с экрана сейчас исчезаю, как обычно, и мы приступаем. Так. С плюсиками у нас все хорошо. Отлично. Значит, вчера мне задавали вопрос, когда закачаю клубный день, который недавно у нас проходил по перемещению стоп-лосса. Все-таки у меня получилось его целости и сохранности добавить на YouTube, так что вот ссылка, потом посмотрите, те, кто пропустил соответствующие моменты. Так, а нам сейчас нужно заглянуть, какие новости ждать будем сегодня. Сегодня четверг, 11 мая. И по сути сегодня из тех новостей, которые остались, в основном будут по Великобритании. Решение Банка Англии по процентной ставке, промышленное производство, отчет по кредитно-денежной политике, протокол заседания Банка Англии, отчет темпов роста ВВП. Так что сегодня день фунта, можно сказать. И основные новости будут выходить примерно через 2 и через 4,5 часа. То есть в 11.30 и в 14 часов. Так что кто торгует по фунту, знаю, в Ростове достаточно много таких трейдеров. Так что с фунтом будьте повнимательнее сегодня. Он может быть более волатильный, чем обычно. Ну а мы начинаем, как обычно, с индекса доллара. У нас есть еще один день, чтобы проследить, действительно будет ли разворот DXY на 10 число или нет. 10 число было вчера, то есть у нас остается сегодняшний и завтрашний день для того, чтобы увидеть, будет пробито время или нет. Соответственно, если здесь будет локальный максимум, то DXY может еще раз пойти пощупать вот этот минимум. То есть в районе 98.60, который был. Теперь, те, кто еще не привык забирать раздаточный материал самостоятельно, вот эта ссылка, она не меняется, это ссылка на общую папку на Яндекс.Диске. Если вам будет нужно взять раздаточный материал, а на семинар вы не попали, вы просто сюда заходите и забираете раздаточный материал, тот, который будет самый свежий на тот момент.
Старые я не удаляю, но вот хочу какие-то старые месяца поудалять. Сегодня никак не соберусь. Вот. То есть дневной DXY нам будет интересен для анализа уже в понедельник, а не сегодня. То есть предпосылки к развороту вниз есть. Уже даже начальная модель для падения у нас есть, но пока что достаточных условий для того, чтобы рассматривать падение DXY, у нас нет. Предыдущая модель еще вполне хорошо работает, и поводов ей доверять у нас нет. Если смотреть на часовиках, то вот это вот завивание змеей около одного из любимых углов снова начинается в районе 99.50. Мы до этого уже месяца два этот уровень обсуждали с вами. Вот. И все это безобразие может повторяться вплоть до 22 числа. То есть вот такие вот небольшие колебания могут проходить, если это не решится в понедельник. То есть если вот это не будет локальным максимумом, потом с откатом на 98.65, то что мы только что обсуждали, то это может затянуться на более длительное время, до 22 числа. Вот. А по дням у меня как раз попадает абсолютно почти то же самое время. У меня попадает на 23 число. Погрешность в одну свечу допускается. Так что фактически расчет любимых углов по времени на днях и любимых углов времени на часах дает абсолютно одинаковый результат. Вот. Так что ждем понедельника. Если в понедельник мы не увидим падающего DXY, то скорее всего начнется вот такое вот движение. Ну, наподобие, как было здесь, только чуть поменьше амплитуда и вдоль любимого угла. Так, дальше вижу, вот уже к нам Михаил присоединился. Приветствую. Так, еще Андрей, Владимир, Алиса, Сергей. Всем доброе утро еще раз. Смотрю, еще не все наши постоянные зрители присоединились, но я думаю, что сейчас в течение минут 5-10 все уже подтянутся. Спускаемся на более маленькие вибрации часового масштаба. Может быть, там будет немножко более понятно, что происходит. Мы уже с вами смотрели, что DXY на рост своей цели взял. Мы с вами говорили, что он может немножко отойти назад для того, чтобы попробовать взять ту цель, которую он не взял. Вот здесь немножко опять с ума начинает сходить. Так, еще раз попытка номер два. Вот, 9 числа он пытался в 21 час взять 99.72, но вот, тем не менее, со второго захода он все-таки вчера вечером в 9 часов он все-таки сделал. То есть вчерашний вариант развития событий полностью подтвердился. Он то, что хотел сделать, уже сделал. И по краткосрочному режиму у нас тоже получается, что более вероятно, что он откатится еще раз на 99.37. А дальше уже отвечать на этот вопрос, куда он хочет дальше, будет 19 час. То есть дальше надо будет смотреть, произойдет отбой по времени или не произойдет. Это уже нужно смотреть по факту. И не забывайте, что фунт тоже входит в расчет DXY. Если фунта сегодня начнет сильно колбасить, то DXY тоже немножко сдвинется. Так, теперь уже по торговым парам пошли. Еврик. Точки мы с вами для возможного будущего расчета обозначили. У нас есть потенциальная точка разворота по времени. Это 10 число, то есть вчера. Пока вроде бы идет бычья свеча, но мы знаем, что анализировать текущий день — это гиблое дело, потому что все может в последнюю секунду поменяться. Но если это будет локальный минимум и еще без закрытия гэпа, то после пробития вот этой линии, а это у нас 1.2, то есть замедление стандартное, да, то возможно мы увидим с вами рост еврика. А рост еврика у нас как раз будет возможен, если DXY, что ж с мышкой такое, если DXY начнет вот здесь отрисовывать падение. Странно, я правую кнопку мыши не нажимаю, она как будто бы нажимается. С ума сходит, хотя вроде только купил мышку. Сейчас я на секунду микрофон отключу. Так, вроде бы полегчало. Так, продолжаем разговор. T
Теперь переходим на евро по часам. Мы с вами рассматривали, что если пробьет один из углов, в данном случае вниз, то с продажами стоит повременить, потому что может остановиться на основном угле и пойти в другую сторону. Так что надеюсь, что в этом плане меня послушались. Плюс ко всему, даже если на углы внимания особо не обращаете или не привыкли к ним еще, да, то здесь был очень четкий сигнал дивергенции. Так что было два железных аргумента, ничего не делать. Переносим углы заново. Вот, и сидим, ждем, что будет евро делать дальше. Опять же, с продажами 10 раз подумать, прежде чем входить. Может такая же песня быть, как и здесь. То есть сигнал был, а здравого смысла в нем, соответственно, не было никаких. Никакого абсолютно. Так, вижу, еще присоединилась к нам Анастасия, Олег, Антон, приветствую. Так, дальше вижу, у нас есть скриншот, давайте посмотрим. Так, вижу, есть сигнал по швейцарцу, да, на скрине. Ну, сейчас до швейцарца дойдем, я тогда выведу на экран сообщение. Так, Виталий пишет, фунт-доллар уже второй раз. Еще раз повторяю, что инструменты мы рассматриваем последовательно, так как уже сложилось традиции нашего семинара. Сначала рассматриваем евро, потом рассматриваем фунта, потом рассматриваем швейцарца, потом японку, потом австралийца, потом новозеландца, потом канадца. Вот. Будет это происходить именно в этом порядке, если не будет каких-то важных новостей. Сейчас как раз к фунту подберемся. Так, фунт стерлингов. Вот здесь рассматривали, если кто-то не спал, 10 числа сигнал был, убежал наверх, потом остановка вот здесь. Переносим углы на более свежие значения. Вот, и по сути сигнал был еще на продажу, но не особо, тоже не особо интересный. В полночь, если опять же кто-то не спал в это время, вот он сигнал небольшим доджиком был. И буквально две свечи, и тут же дивер сразу, моментально. Против дивера особо стоять нет смысла. И цена пошла дальше. То есть там буквально спред отбили, и все. То есть тут даже прибылью это язык не поворачивается назвать. Вот, переносим углы. И сидим, ждем дальнейшего пробития. Потом еще дойдем до фунта, вот следующая закладка у меня здесь, когда будем рассчитывать квадраты. Там определимся, до каких целей он сможет сбегать дальше, потому что пока еще у фунта восходящая модель. Но вот мы с вами видели вот этот вот зверский рост, который был. Мы с вами знаем, что любой, даже сильно ускоренный тренд, рано или поздно возвращается к своей стандартной скорости, что, собственно говоря, и произошло. То есть вот буквально 10 числа фунт взялся за ручку со временем. Теперь, если мы увидим пробитие перенесенного 1.1, это вот эта вот пунктирная линия, идущая наверх, то мы с вами увидим начало замедления движения фунта. Но перед тем, как подобные вещи рассматривать, опять же, оглядывайтесь на DXY, что будет твориться с ним. Потому что если DXY пойдет вниз, то доллар начнет дешеветь, за счет этого фунта может еще протащить какое-то время наверх. Здесь больше будет зависеть от того, какие новости будут выходить по Британии и какие будут выходить по Америке. Там, если еще больше в плане выплаты Евросоюзу Англии начнут новости выходить, то гайки закручивать начнут еще больше, да, то новости по фунту, скорее всего, станут более существенные. Мы увидим движение фунта вниз. Но не будем угадай мелодию играть, поэтому ждем именно фактов, отталкиваемся, исходя из фактов. Потому что в теории, если начнет разрушаться эта модель, то падение может составлять порядка 250-270 пунктов.
Но это в приближенном варианте. Когда до квадратов дойдем, там уже будет понятно, что он хочет. Вот. Но пока еще восходящая модель не отменена. И к тому же она находится в синхронности цены и времени в данный момент. Последний раз синхронность была 18.04. То есть без малого месяц назад. Так, вижу, появились сообщения. Михаил пишет, сегодня в 14.30 выходит решение Банка Англии по процентной ставке. Мой прогноз, ставку Банка Англии оставят без изменения. Обращаем особое внимание на количество голосующих представителей за повышение процентной ставки на прошлом голосовании. Согласно моего прогноза, за повышение ставки проголосовал один представитель, Кристиан Форбс. Если на этом заседании к ней присоединятся еще один или даже два представителя, то это даст хороший толчок на рост фунта. Вот как раз мы с вами сейчас именно с технической стороны вопроса обсудили, что падение в дальнейшем возможно, но пока его не подтвердили, да, и цена идет в рамках восходящего движения, то как раз хорошее подтверждение с точки зрения рассуждений по фундаментальному анализу вы сейчас видели, представлены были Михаилом. Так что ждем выхода новостей, как я уже сказал, сегодня день фунта, потому что очень много данных будет публиковаться, поэтому все, кто на нем торгует, еще раз напоминаю тем из Ростова, с кем часто общаемся, потому что знаю, многие из Ростова по фунту держат позиции, будьте сегодня более внимательны, чем обычно. Следующий швейцарский франк образовал минимум. Перетаскиваем потом его вот сюда, но это особо ничего не меняет, да. Потом вот здесь сигнал на покупку, вот, но не совсем адекватный в том плане, что сигнал образовался вместе с дивером, поэтому такие сигналы обычно не самые лучшие. Ну и что мы собственно видим, да, череда маленьких свечек, которые особо ни о чем не говорят. Так что даже если заходили, то стояли на месте, по сути. Вот, была попытка дать сигнал в покупку, ничего не удалось, и сидим, банально ждем. Исходя из того, что швейцарец находится в состоянии очень сильного ускорения, то с ним, скорее всего, в ближайшем будущем произойдет то, что происходило с фунтом до этого. То есть вот до этого фунт ускорялся, держался, держался, но потом к 1.1 все равно вернулся. Потом вернулся второй раз, потом вернулся третий раз. Да, но пока скорость еще удерживать у него получается, но видите, что пока что максимум у него получается обновлять. У швейцарца будет, скорее всего, та же песня, то есть он еще подергается, подергается, но через некоторое время хотя бы к 2.1 к стандартному ускорению он еще вернется. Это не значит, что он развернется, но вот подобный возврат возможен, так что кто на откатиках работает, вполне будет неплохой вариант для работы в ближайшем будущем. Так что это тоже учтите. Следующая — японская иена. Японка дала сигнал на покупку вчера в 20 часов, который был запрещен, поэтому его не использовали. Вот. Ну и правильно сделали, что не использовали, потому что цена дальше не пошла. Перенесли углы. Сначала вот так. И сидим, ждем, что будет новенького. Новенького пока ничего. Вот. Пока сидим, ждем. Австралиец. Австралиец вчера утром дал сигнал на покупку, но опять же вблизи основного угла на расстоянии 25 пунктов. Не самый хороший вариант для совершения сделок. Мы вот с вами встречались вот в этот момент, да, как раз, когда отрисовывалась цена вот здесь. Так что, думаю, вряд ли кто-то остановился ради 20 пунктов рядом с основным углом. Ну, может быть, только скальпер или высокочастотник. Если успели его взять, то, я думаю, немножко прибыли успели ухватить. А так, переносим угол вот сюда. А вот этот переносим вот сюда. И сидим, ждем. Кстати, я забыл скрин по швейцарцу вывести, то, что присылали. Вот. Ну вот как раз то, о чем говорилось, да, то есть он сильно ускорен на данный момент, выставили buy limit для того, чтобы потом его подцепить, и видно, что одна сделка уже закрыта
Кубай в хорошем плюсе. Фактически с низов немножко на нервах поездил вам, да, но в целом сделка очень удачная получилась, так что мои поздравления. Так, дальше Михаил пишет: к сожалению, мне пора, всем удачи, попутного тренда, внимание на новостях по фунту. Ну, всего доброго, увидимся на других семинарах, Михаил. Дальше, а мы смотрим сейчас за новозеландцем. Вот, новозеландец на вот этой свече дал сигнал на покупку, буквально там на пару пунктов за угол зашел. Вот, и буквально в течение нескольких свечей мы уже увидели сигнал о том, что скоро будем выходить. Вот, скоро. И вот здесь все, да, пора убегать. То есть вот здесь уже, по идее, у вас не должно было быть 34 пункта прибыли. Ну и потом, как выяснилось, действительно был разворот. Потом углы уехали вот сюда. И сейчас ждем, какие варианты будут возникать дальше. Потом гэпнулся, ну, я думаю, после этого момента вряд ли кто-то что-то делал. Сейчас ждем, пока он адекватно нарисует нам какой-нибудь максимум. Потому что такой зверский разброс углов, я думаю, вряд ли даст кому-то удобно поторговать. Так, есть еще сигнал. Не сигнал, а еще один скриншот. Давайте посмотрим. Так, по новозеландцу. Так, даже целую группу селлов насобирали, да, и уже некоторые из них стоят в безубытке. Как раз методом многократных лотов заходили, насколько я могу судить, да, и уже раз до первой, даже до второй цели добежать успели. И разворот по времени. Но мы до этого момента сейчас доберемся. Так что вы в любом случае уже в плюсе закроетесь. Внимательно следите за вот этим вот уровнем. Сейчас это разберем еще. Очень хороший вариант. Спасибо, что поделились скрином. Так, мы смотрим теперь на канадца. Так, что здесь? Канадец вчера дал сигнал на продажу в 11 часов. Вот он. Немножко поездил по нервам. Вот здесь цена зашла. Не цена, а осциллятор зашел за нормировочный уровень. И вот тут был сигнал на выход. То есть вы могли взять, грубо говоря, где-то вот так. Где-то 34 пункта. Так, дальше Олег еще пишет. На гэпе подловил 48 пунктов. Отлично. Мои поздравления. Теперь переносим углы вот сюда. И вот сюда. Даже нет, здесь минимум, максимума нет, значит вот. Сидим, ждем, пока либо не пробьет какой-то из них, либо не будет что-нибудь наподобие вот такого движения, тогда перенесете вот сюда. Ну, так как пока отрисовки нет, пытаться угадать, как он будет себя вести, нет никакого смысла, поэтому мы такими вещами не занимаемся. Так, а теперь пошли по квадратам. Еврик уже взял все свои цели, какие только мог забрать именно из стандартных, и сейчас сидит на основной цели по продажам на 1.08695, и сидит он уже на ней, если вот краткосрочно так замерить, почти сутки. Вполне возможно, что зашевелится уже после 13.20, ну, грубо говоря, там 13.30 или когда 13 час закроется. Если появятся какие-то сильные свечи, бычьи или медвежьи, можно будет к ним присоединиться. А так, в целом, еврик может сегодня еще упасть, не сегодня даже, до конца недели, до 1.08.099, если он сможет все-таки цену протолкать за 1.08.695. Но вот пока у него не очень это хорошо получается. Поэтому те, кто зашортили еврика еще раньше, пробуйте посопровождать позицию дальше. Но вот меня немножко смущает то, что цена уже к линии Ганна подошла. То есть если излом будет, то уже, наверное, проще выпрыгнуть из позиции будет, чтобы не уменьшить так называемую бумажную прибыль, то есть нефиксированную прибыль. Евро на 15 минутках. Как раз есть признаки
потенциального разворота вниз в ближайшее время. То есть караульте между 9.45 и где-то 10.30, вот в этом промежутке времени. Если здесь будет максимум и он не пробьет 1.08.792, то пойдет к нижней части диапазона, это 1.08.625. Туда можно заходить только скальпером, вот, а все остальные при выходе из диапазона подлавливают его. Тут тоже действуем как обычно, я думаю, вряд ли кого-то чем-то удивил. Вот. И с точки зрения механики, опять же, осциллятор показывает, что вот это движение наверх скоро закончится, но не прямо сейчас. Так что вполне возможно, что вот где-то 1-2 свечи еще он может подергаться наверх. Но разворот по времени высоко вероятен. Фунтик, возвращаемся к нему. До этого брал 9 числа первую цель, это 1.29.148, вернулся наверх, из диапазона не вышел, попробовал еще раз ударить вниз, тоже не получилось, и вот сейчас сидит, не может понять, чего же он на самом деле хочет. По сути, он проверяет уровень диапазона 1.29.476, если он его не пробьет до 9 вечера сегодня, то вполне возможно, что он не намного сходит вниз. Попробовать еще раз взять цель на 32 пункта вниз на 1.29.146. Если же он сможет пробить 1.29.476, он пойдет пробовать брать максимум, который он уже три раза не взял, начиная с 8 числа. То есть на 1.29.912. Как минимум, опять же, не забывайте, что как бы расчеты расчетами, а сегодня очень важные новости по фунту выходят. Поэтому в первую очередь смотрим, как он будет вести себя после новостей, а уже потом отталкиваемся от наших расчетов. Потому что рынок двигают не наши расчеты, а крупные участники рынка, которые реагируют на выход новостей. Фунт на 15 минутках. Диапазон на сегодня 1.29.30, 1.29.49. Пока он не вышел за диапазон, лучше его не трогать. Вышел вверх, присоединились к медведям, быкам, то есть выше вниз, присоединились к медведям. Все. Потенциальная прибыль пойдет наверх, заберете 34 пункта, пойдет вниз, заберете 23 пункта, ну 24 даже. Ну, в идеале вы, конечно, все не заберете, но можно округлить там до 20. 18. Следующий швейцарец. Швейцарец очень сильно успел сбегать вверх с начала недели, он взял уже вот основную цель. Дополнительную цель, вторую дополнительную цель. По времени развернулся, откатился всего лишь до ближайшего уровня, пошел дальше, пробил время. Правда, потом на этом силы его закончились. И теперь дергаться он начнет, скорее всего, после 14.12. До этого момента возможен еще один откат до 1.00.638. И, судя по всему, он попробует все-таки ударить на 1.01.269. Скорее всего, это будет после 14.20. То есть маленький удар вниз и потом попытка обновить максимум. И там может быть либо клин, либо дивер, что-нибудь в этом роде. Следующая — японская иена. Японская иена взяла дополнительную цель и сейчас стоит на месте, думает, что она хочет дальше. Следующее время будет только вечером, в 20.40, если иена пробивает 114.276, то пойдет на 114.939. Уровни этого у вас еще с понедельника все есть. Мы их с вами вместе считали. В принципе, иена уже за эту неделю, все, что мы изначально примерно планировали для нее, она уже все идеально отработала еще 9 числа в 20:40. То есть даже оправдала ожидания с лихвой. Чуть-чуть позже посмотрим расчет на любимом угле, какие у нее более далекие перспективы есть, то есть исходя не на сегодня, завтра, а может быть даже с заскоком на следующую неделю. Австралиец. Австралиец, мы уже смотрели, что он хотел попробовать сходить, все-таки взять дополнительную цель на 0.73176, что он дойдет до ближайшего уровня по цене, отобьется вниз, да, был вариант, что он развернется по времени, не получилось у него, да, пошел на разгон до границы канала, который мы обозначили, потом пошел за своей целью, но опять в скорость не уложился.
То есть, если бы он отбился раньше бы, где-то вот, может быть, в районе 10 часов сразу после аналитики, да, или если бы он развернулся по времени и пошел сразу вниз, то вполне возможно, что он бы достиг цели. Здесь у него просто не хватило. У него было 10 часов на исполнение цели, а в рамках этой недели вибрации обычно соответствуют 20 часам, поэтому он просто не мог успеть. Никаких важных новостей по Австралии вроде вчера не было, которые могли бы его ускорить. Поэтому сейчас мы видим абсолютное повторение того, что было 9 числа. Он сейчас опять будет возвращаться на 0.73.821 и снова будет проверять, отобьется он или нет. Если он отобьется, будет вот абсолютная копия того, что было здесь. Опять попробует отбиться, опять попробует до полночи 12 числа сходить на ту же самую цель, на 73.167, которую он не смог взять ни 11 числа, ни 9 числа. Причем 9 он даже три раза туда пытался сходить, и три раза у него не получилось. Дальше, новозеландец. Скрин уже присылали, да, то есть движение вниз, остановился за целью, идеальный разворот по времени. Сейчас идет коррекция. Коррекция до каких пор может быть? Ну, судя по тому, так как он не остановился на 68.408, то пойдет на 68.705, скорее всего. Вот. Там, если будет остановка, у нас есть еще на сегодня, даже на сегодня и на завтра, дополнительная цель. Так как он вот здесь уже намекнул, что он туда хочет сходить. Это 0.68.013. Так что, кто караулит новозеландца, смотрите, если вы увидите вот такой отскок, ну, не обязательно прям идеальный такой, может там с проколом, да, или там сложным пробоем, то потом это может вот в такое движение вылиться, и потом это может закончиться либо клином, либо дивергенцией, либо и тем, и другим. А это расстояние где-то в районе 69 пунктов. То есть сейчас в бои становиться вообще нет никакого смысла, а если мы увидим вот этот разворот, то, собственно, почему бы и не зайти. Так как отрабатывается вполне неплохо. Канадец. Канадец взял свою основную цель еще 9 числа. Пошел откатываться назад. Только откатился чуть больше, чем ожидалось. Думали, что остановится на 37.08. Вот, он ушел обратно в диапазон. Развернулся по времени. И если караулили, кто ночью не спит. В час ночи был отличный сигнал на покупку после разворота по времени. Вот он. И цена практически взяла еще раз основную цель. Буквально погрешность была, так не вижу сколько момент. 4,5 пункта всего лишь была погрешность, но зато у нас была подсказка еще на вот этой свече от осциллятора, что все, дальше уже не могу. То есть вот 51 пункт. При учете сигнала осциллятора, на который я вам периодически указываю, достаточно неплохо дал бы вам взять прибыль. Так что, кто разметкой пользовался, то, что мы в понедельник сделали, я надеюсь, прибыль взяли. Соответственно, жду ваших сообщений в чате. Что происходит сейчас? Сейчас пойдет на 1.37.008. Если он от нее отобьется, то может еще раз пойти наверх, потому что он все-таки со второго раза не смог еще раз взять цель. Поэтому, если мы увидим разворот по времени в 14.20, то можно будет еще раз встать вверх по канадцу. Но это только интрадейщикам. То есть в районе 46 пунктов можно будет забрать, но это если будет вот прям вот такая вот красота. Если вот это будет, как только фрактал здесь нарисуется, можно будет присоединиться. Если нет, то лучше его проигнорировать. Потому что сегодня основное веселье, как мы уже с вами обсуждали, будет по фунту. Так, дальше. Золото. Золото остановилось пока что на 1220-529 расчетное значение. Даже не расчетная, а вот это точка номер 2, да, которая определяет положение нуля градусов на
полярной системе координат или на круге, то, что мы вот здесь с вами рассматриваем, да, вот положение, где вот этот ноль будет находиться, помните, да, в расчетах, всегда опирается на историческую точку, и в ближайшем будущем мы, наверное, с вами все-таки увидим разворот золота наверх. Опять же, нужно посмотреть, как будет себя чувствовать DXY. Если DXY пойдет вниз, то доллар начнет слабеть, золото потянет наверх. То есть вот-вот, где-то в пределах до 15 числа мы с вами вполне можем это увидеть. Так что всем ценителям золота быть начеку. На часах может быть не так интересно. С некоторыми из вас мы вот обсуждали с ростовскими, что может быть неудавшийся размах начнет формироваться, да, то есть золото уже основную цену, цель взялось на эту неделю. Для падения это 1217 953, потом цена сбегала еще раз на нее, уже остановилась, пробуксовала, тут он сколько, 6 часов на ней стояла и пошла соответственно наверх. Поэтому сейчас мы ждем, что до конца недели она может вернуться на 1227-367. Ну или, по крайней мере, если не прям до конца недели, то где-то к 6 утра завтрашнего дня. То есть мы ждем от нее примерно вот такого движения. Если же золото будет обладать низкой волатильностью, то вот такого. Ну, я сильно сомневаюсь, что золото будет обладать низкой волатильностью сегодня. Потому что доллар достаточно неплохо скачет, да, поэтому более вероятно именно вот такое развитие событий. Так, 15 минутки смотрим, что скажет золото. Золото уже взяло первую цель. Сейчас будет разворот по времени, скорее всего, потому что осциллятор уже показал, что по цене мы уже все взяли, что можно было. Сейчас будет флаг или вымпел, скорее всего. А потом после этого еще один удар наверх на 1224-806. Так что, в принципе, интрадейщикам сегодня тоже будет чем заняться. Серебро начинает отбиваться на 16-12. Ну, пока нам нужно посмотреть, как сегодняшний день закроется, поэтому еще рановато делать какие-то выводы на днях. На часах тот вот клинышек, то, что мы с вами вчера обсуждали, начинает отрабатываться, но нам нужно увидеть, что цена поднялась выше 16.33 для того, чтобы уже быть более уверенным в этом, потому что нам нужно увидеть признаки формирования фазы аккумулирования для восходящего движения, а этого пока что еще недостаточно. Как только начнется аккумулирование восходящее, да, то в этом случае мы можем уже начать присоединяться к покупкам по серебру. Рубль начинает снова укрепляться, да, вот это вот движение, которое у нас было вчера, отбросило цену вниз на 57.38. Ну, ввиду того, что в последнее время рубль не особо сильно интересен, то есть он больше здесь рассматривается не для торговли, а в целом просто для понимания того, что творится с нашей родной валютой, просто из интереса, так сказать. Вот. Интересных сделок, как были в конце 2015 года, сейчас пока нет. Нефть начинает дорожать, соответственно, и рубль начинает укрепляться, поэтому котировка падает. Да? То есть она может гулять до 54.83. И падать где-то до, не вижу скольки, до 46-23. То есть вот где-то болтаться вот в этом диапазоне. Но пока не выходило каких-то крупных новостей в нефтеперерабатывающей отрасли, особо сильно долгосрочных прогнозов строить не нужно, если только работать в краткосрок. Я же в основном этот график использую для того, чтобы мониторить, что происходит с канадцем и что происходит с рублем. Потому что это обе сырьевые валюты, которые полагаются на именно продажу сырья в сфере энергоносителей, то есть на нефть. Дальше. Японскую иену, как обещал, посмотреть еще в плане расчетов по любимому углу. То есть она сегодня, даже не сегодня, а завтра до 4 часов утра может сбегать либо на 115.08, это расчетное значение, либо чикагский уровень, это 114.94.
То есть где-то вот здесь. Единственное, учтите, что даже если она это сделает, это скорее всего закончится либо дивергенцией, либо клином. То есть японка вот-вот сделает откат назад. Причем даже если она эту цель не заберет, по времени ее все равно скорее всего откатит назад. Так что кто давно уже держит позиции по иене, будьте готовы двигать стопы и скоро выпрыгнуть из позиции. Золото на неделях мы с вами в основном обсуждаем по понедельникам. Ну и опять же, не смог он пока что преодолеть 1.1 от падающего тренда, который зародился в 2011 году. Швейцарский франк сейчас на днях не интересен, и фунтик опять же не смог взять 1.3. И время на образование этого же движения у него есть до 17 числа, до 6 часов утра. И перед этим, перед попыткой очередного роста, он опять может вот сюда упасть. На 1.28467. То есть, чем мне нравится этот вариант расчетов, тем, что углы любимые никогда не двигаются. То есть, все цены и все даты, которые у нас посчитаны на достаточно длительный промежуток времени, вот здесь до начала лета получается, да, они вот как стоят, так и будут стоять дальше. Вот, а на фунте дело очень сильно пахнет образованием в дальнейшем клина. Так что вот-вот, может быть, еще одно-два движения наверх, и фунта начнет разворачивать назад. Особенно следите за новостями, еще раз повторяю. Так, вот, собственно говоря, все. Давайте сейчас сохраню раздаточный материал. Теперь еще раз для тех, кто опоздал, кто спрашивал у меня запись семинара, который у нас был клубный день по сопровождению открытых позиций. Вот вам ссылка, как это можно сделать, где можно посмотреть. А я сейчас сохраню раздаточный материал. Сегодня 9.58, все верно. У кого есть ссылка для общего доступа, можете заходить сразу. Сейчас уже появится в раздатке. Кто не привык, сейчас вам буквально как только залью на облако, кину ссылку прямо в чат. Все, загрузка пошла. На всякий случай, для новичков повторюсь, если вы нажимаете на ссылку в чате, она не полностью синяя, и она у вас не отображается правильно, то есть пишет там, что не обнаружено такого адреса или нет такого файла. Вот, смотрите, я беру ту же самую ссылку, ее копирую как текст, вставляю в браузер, нажимаю Enter и попадаю на страницу. Уже 15 человек ее забрали. Значит, все нормально. Вот, ваши пожелания насчет анализа временных рядов корреляции я вчера учел, уже потихоньку материал начинаю собирать, постараюсь побольше скриншотов набить, чтобы потом было на чем наглядно показывать, так постепенно графики искажаются, лучше именно в режиме реального времени скрины делать. Вот. С теми из вас, кто интересуется также фондовыми инструментами, контрактами на разницу, то есть фондовыми индексами, мы с вами встретимся уже буквально через час в 11 часов. Инструменты достаточно интересные, потому что они практически все время находятся в состоянии тренда, и на них очень удобно работать в среднесрочном режиме. То есть, когда вы держите позиции несколько дней, иногда даже, может, больше недель. Вот. Поэтому всем, кому интересно, я всех жду через час в 11 часов. Собираемся как раз тоже на ростовском семинаре. Ну и с новичками в 16 часов мы еще сегодня встретимся. У нас будет занятие по теории доллара.
На этом все. Всем удачи, попутного тренда. Встретимся на других семинарах. До свидания.